Детская школа искусств по праву считается одним из наиболее престижных учебных заведений дополнительного образования в Воркуте. О том, чем она сейчас живет, в нашем следующем сюжете. Мы частые гости детской школы искусств на концертах и мероприятиях. Однако закулисная жизнь ребят и их преподавателей от нас, как правило, закрыта. Сегодня мы исправим это упущение и сначала посетим класс изобразительного искусства. Сейчас мы готовимся к участию во всероссийских конкурсах, таких как «Осень-2015», конкурс по любимым сказкам, конкурс «Первым делом самолеты», связанные с авиацией, готовимся к очному конкурсу «Медный всадник», который будет проходить в Санкт-Петербурге в феврале месяце. Это, кстати, наш будет второй конкурс. И в прошлом году мы в этом очном конкурсе получили второе место за номинации «Анатомические зарисовки». Также готовится принять участие в республиканском конкурсе «Полиция глазами общества» и международном фестивале «Давыдовский» ребята театрального отделения. А солисты исполнительского искусства по классу гитара и фортепиано станут участниками международного детско-юношеского фестиваля творчества «Созвездие». Мне хочется, конечно, отметить, что прежде всего учащиеся педагоги отделений исполнительского искусства, изобразительного искусства последние 2-3 года принимают активное участие в конкурсах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. О результатах этих конкурсов вы, конечно же, узнаете позже. Детская школа искусств живет своей обычной насыщенной жизнью. Готовится к фестивалям, конкурсам, концертам. И мы еще не раз с радостью встретимся с ее участниками в новом творческом сезоне. Вячеслав Ирин, Денис Кораблев, ТВ «Гало», Воркута.